Так, ребята, всем привет. Идет промывка сруб. Сначала сроводка, сейчас промывка идет водой. Вот видите, здесь рыжая вода, здесь уже бутылки более светлая вода. Вот шлангочку подключаете вот туда, где колпачок на печку пошел. И оттуда заводите двигатель. И расширительный бачок доливаете воды до тех пор, пока отсюда не будет течь уже более и более светлая вода. Блока. Да, оно с блока идет на печку в первую очередь, да? И уже мы видим результат. Там в миске такая рыжая более вода, а здесь уже более такая светлая. Вот так идет промывка блока, радиатора, патрубков, охлаждающей системы. Вот уже останний раз. Вымелим бачок. Уже несколько таких мисок вылили просто воды рыжей. И сейчас вот так промываем. Такой лайфхак. Если кому было интересно, ставьте лайк, пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Из радиатора вышло, понял, с блоками выгнали. Мы видим результат. Была рыжая, сейчас более такая светлая. Можно тут вызывать и отеплить.